Такие счетчики позволяют учитывать электроэнергию дифференцированно по зонам суток. Например, ночью киловатт-час обходится дешевле дневного тарифа. Владельцам таких счетчиков следует до 1 ноября обратиться в Центр обслуживания клиентов «Кубанэнерго» на Несебской, 2, либо в районные участки электросетей и подать там заявку о перепрограммировании прибора учета. У нас здесь есть четкая градация. В случае, если прибор учета состоит на балансе у сетевой компании, а в ряде случаев такие факты имеют место быть, это, как правило, общедомовые приборы учета, которые «Кубанэнерго» на протяжении многих лет за свой счет устанавливала, те приборы учета, которые мы ставили у потребителей в частном секторе, также у юрлиц, мы эту услугу будем оказывать безвозмездно. Услуга данная для потребителей физических лиц будет стоить в районе от 500 до 600 рублей и для юридических лиц в районе 1200-1300 рублей. В случае, если по вине сетевой компании эта услуга не будет оказана, то, соответственно, для потребителя это ударит рублем. Поэтому эти риски будут снижены, эта услуга будет выполнена в полном объеме. Кроме того, копию акта о перепрограммировании нужно будет представить в «Кубанэнергосбыт», который занимается начислением платежей.